В Усинском районе в эту пятницу отпразднуют сразу два юбилея. Деревне Новикбош исполнится 235, а соседнему селу Усть-Усе 250 лет. Знаменательные события сельчане намерены отметить с размахом. Тем более, что местные власти обещали ко дню рождения капитально отремонтировать Дом культуры и установить памятник каюрам. На днях мэр Усинска посетил именинников с инспекцией и проверил, на какой стадии находится подготовка. Евгений Ракин расскажет подробнее. Памятник каюрам, которые в годы Великой Отечественной войны бесстрашно сражались с фашистскими захватчиками, почти готов. Осталось облагородить территорию, посадить деревья и цветы. Кстати, именно здесь, в деревне Новикбош, были сформированы первые боевые оленьи батальоны. Всего на фронт из деревни ушли 190 человек, 120 не вернулись. Мы сделаем очень большое, великое дело, установив этот памятник тем каюрам, которые отдали свои жизни в Великой Отечественной войне. И самое главное, наверное, то, что мы все это делаем к 70-летию победы. Старейшее село округа Усть-Уса свое 250-летие тоже встретит достойно. В этом году специалисты ДРСУ капитально отремонтировали дорогу, нанесли разметку. Юбилей сельчане отпразднуют в обновленном Доме культуры. Строители обещали закончить капитальный ремонт к 28 августа. Проинспектировали чиновники и строительство жилья для переселенцев. Сейчас подрядчик забивает сваи для второго дома. По новому дому, по второй очереди, мы надеемся, что к концу ноября, в начале декабря, фаза строительства будет не хуже, чем текущее состояние первого этапа, но мы планируем, ставим задачу для себя такую, для подрядчика в том числе, что дом будет более по проценту готовности выше, нежели первый этап. Встретились чиновники и с местными активистами. Детально обсудили празднование юбилеев Новикбоша и Усть-Усы. По словам организаторов, к народным гуляниям уже давно все готово. И гостям сельчане будут только рады. Евгений Ракин, Олеся Грейс, Денис Хузин, телеканал «Юрган», Усинский район.